А повышение насельніцтва и эвакуация людей – юдная профилактика. 18 и 19 кастрычника в Беларуси пройдут республиканские командно-штабные учения. По словам специалистов, яны дадут махчимость вызначить ступень подрыхтованности органов керования и вартовальников у попережения и ликвидации надзвычайной ситуации, а докладнее радиационной аварии. Плануется, что во всех городах и районах подчас учения будут створены отповедные комиссии. У Могилевской области центром практичного проведения учений станет Хотимский район. В рамках учений на территории Могилевской области в каждом районе будут созданы ситуационные штабы, будут созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям. А на территории Хотимского района, который попадает в 100-километровую зону от Смоленской АЭС, будут проведены практические мероприятия, связанные с оповещением населения, выдачей средств индивидуальной защиты, органов дыхания, также йодной профилактики, помывкой условно загрязненного населения, обработкой транспортных средств, защитой сельскохозяйственных животных.